В Гребневе на территории Летней Церкви Гребневской иконы Божьей Матери прошло мероприятие, посвященное памяти детей, погибших в Донбассе. День памяти детей, жертв войны в Донбассе 27 июля отмечается и в ДНР, и по всей России. В нашем муниципалитете в Гребневе на территории Летней Церкви Гребневской иконы Божьей Матери щелковцы провели мероприятие в память о своих сверстниках, испытавших на себе ужас бомбежки и обстрелов. Ребята и их наставники из щелковских дошкольных учреждений зажгли свечи и выпустили в небо белых голубей.